Среди погибших в авиакатастрофе пилот, командир экипажа, уроженец Кызылорды Марат Муратбаев. Марат Муратбаев закончил Тасбугетскую школу номер 176. После летного училища в Актобе работал в аэропорту Кызылорды. Был вторым пилотом, затем командиром. Затем перевелся в Алматы и управлял уже большими самолетами. В общей сложности налетал более 20 тысяч часов. Мы выразили соболезнования его родным и близким. Тазамандай термин «умер», «умер сүрген оттың басы». Мамандығы өзі лётчик болғасын, сол мамандықты сүйе де білді. Он любил свою профессию, освоил ее, создал семью. Без отца остались двое детей. Он был очень простым, добрым. Всему объективную оценку даст расследование крушения. Между тем, в социальных сетях многие пользователи, в том числе и пилоты, называют его героем, что есть его заслуга в том, что многие пассажиры остались живы. Он сумел так посадить самолет с полным баком топлива, чтобы не вспыхнул пожар, от которого никто бы не спасся. Также считает и бывший коллега погибшего командира самолета Рыспай Шарипов. Он с достоинством выполнял свою работу, был опытным летчиком. В самолете были пассажиры в составе 93 человек и экипаж. И он сделал все, чтобы спасти всех их. Отдал свою жизнь. Самолет мог и загореться. Был простым, отличался тем, что всегда был готов делать добрые дела. Иманды болсын, жаткан жері жайлы болсын.